Ну, Соколом самая тяжелая игра, наверное, была. Команда просто сильная. Да нет, ну соперник был хорош, но мы показали бой и выиграли. Больше, наверное, вложил Дмитрий Леонидович в меня. Это все благодаря ему. Я хочу сказать большое спасибо Дмитрию Леонидовичу за то, что он вкладывает в меня все. Я стараюсь тоже выложиться на всю силу, чтобы не подвести прежде всего Дмитрия Леонидовича и команду. Ой, ну эмоции зашкаливают. Ребята полностью выложились на этом турнире. Они, каждая игра у нас была такая, скажем, насыщенная. У нас были игры и хорошие были соперники, которые мы пригласили. Самые сильные команды, которые 2006 года. Мы хотели себя проверить, ну, посмотреть на данный момент, кто сильнее. И этот турнир показал, что наша команда является лидером, и наши ребята оказались в этом турнире самые сильные и заняли первое место. Мы очень этого хотели, мы очень тренировались, мы шли к этому кубку Контика, и все у нас получилось. Я очень доволен своей командой, я очень горжусь ними, и хочу, чтобы ребята в скором будущем, ну, уже поднимали другие кубки, скажем так, больше уровня и ранга. Ну, они молодцы, они добьются еще.